В конце недели в Москве разразился скандал с красноярским предпринимателем Александром Баталовым. Он был арестован по подозрению в передаче взятки в размере 10 миллионов рублей. По оперативной информации, бизнесмен предложил представителю строительной фирмы помощь в решении вопроса о выделении земли под торгово-производственный комплекс. Как сообщают на официальном сайте МВД, часть указанной суммы предназначалась высокопоставленным должностным лицам в администрации Красноярска. Вот как это прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов. Я надеюсь, что следствие, которое сейчас будет проводиться, расставит все точки над «и» в этом вопросе. Но сразу же параллельно хочу сказать, что в городе Красноярске уже на протяжении длительного времени, более года, земельные участки под различные виды коммерческого использования предоставляются исключительно на торгах. Это принципиальная позиция, которую я требовал и продолжаю требовать, и буду требовать, и считаю, что это правильно.